Итак, привет всем моим подписчикам и также гостям канала «Партизанский инфо спецназ». Ну и в общем сейчас, да, блин, в общем сейчас скажу. Помните 90-е годы, еще до того, как у власти стал Лукашенко, разборки, бандитские разборки между ними, когда не поделят они кусок пирога, кто какой район там будет контролировать. Сейчас, смотрите, это то же самое. Думаю, вам это напомнит. У нас 28 минут. Ребята, у нас 28 минут. Вы зараз пойдете на другий бок палаты на вузке культуры. Мы пойдем, и все. Не канайте. Идите на другий бок палаты на вузке культуры. У нас еще момент договоренности 28 минут. Он привлекает людей, понимаете? Он стоит, орет, не знает, как он рассчитывает. Я на человек прошу зафиксовать. Зараз будет бой. Кровь! Я же говорю, голову кровь. Ребята, у кого есть салфетка? Ничего человек вам не сделал! Теперь короткое видео. Да, Змагарки. Сегодня разговаривал с родней из Санкт-Петербурга. Один раз так загнали. Мне подсказали, вот возьми там кадры у Полесского партизана. Ему присылали. Я взял эти кадры. Откуда ваши Змагарки там 154-й раз что-то они там говорят. В следующий раз будете в лесу говорить, в чем мать родила. За 100 километров от Петербурга. Это так попросили передать. Моя родня, там у меня друзей очень много. И вообще, какого хрена вы лезете с этими прокладками в Россию? Кто вы такие, чтобы бегать там по России? Езжайте, чтобы... А, вы же боитесь, вас же батька арестует. Правильно и сделает. Правильно и сделает. Нечего с фашистскими флагами бегать по России. Другое. Если ваш флаг, как вы пишете, вы даже не знаете, не можете написать толком, с какого года он существует. Одни пишут 601-го, другие чуть ли не с 301-го года. Вы определите, с какого года он существует, ваш флаг. Это первое. Другое. Назовите номер архивного документа. Номер архивного документа. Номер исторического архива. В какой стране... В каком городе этот архив находится? Потому что если бы даже бы здесь было бы такой документ или летопись в Болгарии, я имею в виду вот, не только в Болгарии, в Румынии, в Англии, ну ладно, Англия уже не страна ЕС, в Франции, я уже везде порабыл в этих архивах. Что-то ничего, упоминаний нету. Что же вы, Змагарчики, так? Как его сказать, обмешурились, лоханулись. Что ж так хреново-то, а? Теперь, смотрите, куда вас загнали, и я, как говорил, в следующий раз будет ваше выступление с этим же флагом, а может и без флага, в том, в чем вас мать родила, и вас снимут специально на камеру и покажут по всему интернету. Вот так вот, из Змагарки. А сейчас посмотрите, куда вас питерцы загнали? Это сегодня в 154-й раз подряд. Для того, чтобы поддержать...